На 47-м году ушел из жизни министр транспорта и коммуникаций Беларуси. Детали пока не уточняются. Ведомство выражает глубокие соболезнования родным и близким. Пост Алексея Авраменко занимал с января 2019-го. Окончил несколько высших учебных заведений, в частности, с отличием Академии управления при президенте. 119 белорусок получат Орден Матери. Это жительницы Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены работницы промышленных предприятий, строительной отрасли, банковского сектора, транспортной и налоговой сферы. В их числе и домохозяйки. В августе 11 белорусских городов примут вторые игры стран СНГ. До начала остается меньше месяца. Аккредитацию уже прошли свыше 2000 спортсменов из 18 стран. Подготовка площадок идет полным ходом. К слову, во время соревнований будет действовать безвизовый режим для болельщиков. В Беларуси возвращается жара. Днем 6 июля местами ожидается до плюс 30. При этом прогнозируются сильные дожди, порывистый ветер и грозы. В некоторых районах возможен град. В пятницу столбик термометра покажет 28 выше нуля. В субботу и воскресенье погода будет более комфортной. Для гостей и участников Славянского базара начал действовать безвиз. При себе необходимо иметь паспорт и оригинальные или электронные билеты в летний амфитеатр либо концертный зал «Витебск». К слову, международный фестиваль искусств пройдет с 12 по 17 июля. Упрощенный режим въезда доступен по 23 число.